Говорят, хоть покажите сразу. Ну как показаться, когда я в стороне? Надо приближать и отдаляться. Это событие дня номер 159. И эпиграфом взял, потому что много бесед тут. И почему люди так отвечают неправильно? Христос ответил: заблуждайте, не зная Писания, не силы Божией. Ну вот здесь не пропускала двоеточие, можно поставить. Матфея 22:29. Я еще не знал Писания, работал на корабле, впервые получил в руки Евангелие. И сразу это на память пришло. Все заблуждения людей, вот из этих причин. Не знают Писания и силы Божией. Писание знаешь, вопросы отвечены практически все. Если веришь в силу Божию, невозможного нету, тебе все понятно. Весь ответ. Тут придется кое-что сегодня пояснять побольше. Михаил Домнич. Утро доброе, добрый Игнат Тихонович. Слава Христу за день грядущий. Видимо, грядущий тут можно даже поставить. Выпуске номер 157. События дня 17-го, то есть день назад. Мая 2016 года. В ответе на мой вопрос и ссылку на интернет-проект «Тайная премудрость царства» вы говорите о Шаре Анатолии, украинском журналисте, видеоблогере. Но автора и ведущего этого интернет-проекта «Тайная премудрость царства» зовут Илья. Что-то опять пошло не так. Дескать, почему я он-то дал не Шаре, а этого? Ну да ладно, на все воля Божья. В любом случае, благословение вам на вашем поприще. Буду распространять информацию на ваш ресурс у них на сайте. Если не прогонят, значит, действительно ищут Бога и знаний. Это о них говорит. Спаси Христос. Я отвечаю. Игла. Игнатий Лапкин. Что-то особенное. Ла с большой буквы. Мешки подписывал на картошке, чтобы с другими не спутать. И оттуда так пошло. А потом определил слово «игла». Встречается один раз во всей Библии. Слова мудрых, как иглы, как битые гвозди у Экклесиаста. Вот. И слово «ла», «лапкин», «лапка» один раз в Библии встречается. Паук цепляется лапками и бывает в царских палатах. И я говорю, я через интернет достиг самых дальних уголков земли. Поясняю, что для меня Анатолий и Илья – это один человек. То есть они похожи, говорят одинаковые и все. Илья посмотрел, там вообще-то ничего нету. У Шария больше. В одном духе говорят и влекут одинаково. Как Господь Христос сказал об Иоанне. А как Господь сказал? А при чем тут? Ну ты сначала прочитай, а потом у тебя вопросы возникнут. Как, один или нет? Потому что иерейховцы все они путают. Матфея 11. Если хотите принять, он есть Илия, Иоанн Креститель, которому должно прийти. Если хотите принять. Я принял, что Анатолий и Илия это один и тот же человек. Лука и предыдет пред ним в духе и силе Илии, вот сила где, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. У меня во всех книгах Слово Божие всегда показано именно вот так вот. Ну это не жирным, то другим шрифтом совсем, вот так вот, курсивом, и дальше пробел, тире, пробел, кавычка, жирным Слово Божие, жирным, и курсивом, то есть наклоненное, видите, а здесь я выделяю еще и красным. А они настолько похожи и видом, и речью, Иоанн и Илия, что даже в этом без погрешности. Это Илия и тут тоже Илия и Анатолий. Чтобы возвратить вот это вот место, я их как раз беру за основание. Поясняю теперь. Видите, он сделал не замечание, как сказать, недоумение. Возвратить сердца отцов детям, первое. И непокорим образ мысли праведников, второе. Дабы представить Господу народ приготовленный. Здесь до полностью наоборот. То есть Анатолий Шарий, этот говорит, их Илия, руководитель. Чтобы о сердце забыли бессердечные. А сердце во Христе. Непокоримым Слову Божию делают, чтобы что соприкасается с ними. Кто? Чтобы представить Господу народ совершенно не приготовлен, а тут приготовлен. То есть я вижу по трем пунктам, ну, все делают они одинаково и так
Поэтому я их так беру. Вот в этом их миссия сегодняшняя. Они вне сферы влияния сердца, наполненного Духом Святым и Словом Божьим истинным. Вне. То есть их это не касается. Если это не явлено сегодня кому-то, то прозрение может прийти совершенно в ушедшем и невозвратном периоде времени. То есть, когда ничего нельзя будет делать. А сегодня имеете возможность, поговорите с ними. Шарий Анатолий, он везде шарится. Шарится, то есть исследует. Ну, шарить рукой — это где-то что-то шевелить, там выбирать, узнавать. В темноте он фамилии-то оправдывает свои. Я опять делаю, как у нас принято. Тут, чтобы видно было. Малахия 2. Здесь. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вот люди, которые не знают Писания, а о чем это говорится? Слушай внимательно и найди, к чему я поставил это слово. Готово это? Можно? Если ты знаешь ответ, а ответ дается в задачнике-то, ну тебе легче все сделал, посмотрел, с ответом не сходится, начинай по-новому. Вот к этому теперь, что дальше я буду говорить, вот к этому стиху обращайся. Ибо они оба могут одновременно броситься на меня из интернета, начнут выхлебывать мутную реку, которую пустил змей семиглавый. Я их не знаю. Я с ними не встречался. Но вот они это прочитают, и какое ко мне отношение будет? Ну какое? Когда они виделись еще, но я что-то сказал, как сейчас на нас нападает. Тут епископа прислали в город Славгород, новая епархия образована, Владимира Александровича Понища. Этот Владимир Александрович стал Всеволодом. Никогда не встречался, священника вызвал, уже вышел на тропу войны. То есть перчатку бросил, я ее принял. Принял. Пока он не принесет покаяние, он будет поминаться в каждом этом, потому что злодейство живет в нем. Люди, которые знаются с нами, у него уже сразу показал, за дверь будут выброшены. Это куда годится-то? Я сказал, лютый волк приехал сюда. Злодей злодействует злодейски. И сказал это митрополиту Сергию. Он даже удивился, не знал. Но на следующий день уже он позвонил батюшке. То есть уже Господь начинает припекать его. Ему свои прихожане будут приходить. Ну, я пожду месяц-то, а потом составлю в синод письмо и патриарху. Посмотрю на его поведение. Кого вы прислали-то? Едва-едва, я говорю, наладили дело, прислали. Я благодарность патриарху писал, что прислали митрополита Сергия. У меня отношения всегда... Иванника, фамилия его. Хорошие отношения были и с Антонием, и в конце и Антоний Масиндич был. И Максим Дмитриев наладились. А... с митрополитом-то Сергием вообще не налаживались. Он сразу приехал, как будто мы друг друга знали. Ну, видите, встречаемся с улыбкой, и с улыбкой уходит. И как он за столом ведет везде, как он крестится. Все подходящее. А если что-то у нас где-то возникнет, я ему сказал, заочно друзей не теряю. Вы говорите мне, митрополит Сергий, не так я, напишите, позвоните. Ну, мы должны быть друзьями. Господь призвал, чтобы были едины в нем, во Христе. А это я вчера пишу одной душе барнаульской. Из Потеряевки я привез маленькой березовки. Выпросил, Володя там набрали. Она не портится от кислинки. Посылаю чуть больше литра. Аккуратно пользуюсь для почек как раз. Алеша Устинов привез мне и подарил две бутылки соку. То ли березового, то ли кленового. Полторашки. Полторы литра. И они были разведены на меду сотовым, то есть сотовый мед-то, с хлебиной. Галимое, то есть сплошное лекарство. Это выражение такое. Так вот, я одну отдал бутылку Наде, а вторую все тянул по-малому. И решил этот сок березы для вашей милости этим составом пропитать. Прими дары от недонского почти казака. То есть я, ну знаю, прими это, Стенька Разин, изнасиловал княжну персиянку и утопил. А Агмыря поет, разливается над страной дар донского казака или какого. Я не донской казак. Алтайская митрополия. Вот так она выглядит. Кто, ну, имеет, запишите. Алтайская митрополия. И там найдете легко. И там написано вот служение митрополита. Дальше на сайте, это я уже, вот это две строчки мои. На сайте Барнаульской епархии вышла заметка с фотографией общей в храме Потеряевки. Я покажу ее. А дальше кавычки открыты, а я оттуда вчера взял. Случайно. Что-то, думаю, загляну я
печатают они еще там у себя или нет, опубликуют ли. Глава Алтайской митрополии поздравил жителей Потеряевки. Ой, как сейчас сатана будет мучить эти миссионерские лживые, говорится, отделы. Начиная с Кызыла и кончая Тулой, которые больше всего нападали. Это Кемеровская, Новокузнецкая. Книги мои прямо рвали. А тут теперь вообще с ума сходят. Вам уже нельзя служить, батюшка безблагодатный, Илларион отказался, вы нищие, это очень серьезное дело, ничего нету. Господь спасение не устроил так, чтобы зависело от человека, ни силы ада, ни неба, ни ангела, никто не отлучит от любви Божией-то. Митрополит рядом, встречаемся, он не понимает, ты ни разу еще не встречался и понимаешь больше. Но приезжай с архимандритом Филаретом Берников, вы посмотрите, кто здесь, священники какие, вы на лица их посмотрите. И своих священников сравните. Вот Котов, отец Дмитрий. Посмотрите на его лицо какое. Есть такое выражение, благостное. Мы с ним близко-то и не знакомы. То есть он приезжает, а я так ни разу... Один раз поговорили немного, я говорил-то. А он мало говорил. Ну, видно, какое глаза, лицо, губы. На все, посмотрите, как он... Это он что, артист такой играет. И на владыку, на нашего, посмотрите, сравните со своими. И подойдите и скажите, владыка, смотрите, какое в патриархии возможно дело-то. Не грызьте все время друг друга-то. С католиками целуются, а свои православные, я сказал, не так слово, говори, готовы захлестать. С мусульманами сидят, обнимаются. Сатана как делает? Я еще сказал не так, ты покажи во свете Библии. А если я сказал, и ты не слушаешь, то есть книга 2 Паралипоменон, 25 глава, 16 стих. Он обличал царя, а он не принял тебя. Кто ставил? Перестань, а то умрешь. И он говорит, я понял. Ты согрешил и не слушаешь. Царю говорит. И я понял, что Бог решил убить тебя. Я это говорю Всеволоду и всем. Я вам сказал, вы не приняли. Я понял, Бог решил убить вас. То есть душа мертвая будет. А то, что ты с палочкой-то ходишь, палочка-то твоя, она хрупкая. Она, может, пустотелая только для того, чтобы шелковичных червей вынести из Китая. Божественную литургию 15 мая 2016 года в храме во имя священномученика Анфима, епископа Никомедийского. А когда он был? Ну, в 302 году был казнен. Это единственный епископ, у которого вся община взошла на небо. 32 тысячи. Посчитайте его житие 16 сентября по новому, 3 по старому, в сентябре. Посчитайте. Это единственный за всю мировую историю. Огнепально. У нас лагерь сжигался, и когда я был в Синоде за рубежом, в Нью-Йорке, я попросил нашу общину, чтобы вот в честь Анфима Никомедийского, а то все Никольский, Александр Невский, Серафимовский, Покровский, ну то есть... Стандарт мышления тут нету никакого развития. Ну, гляньте, сколько житий, 1173 жития. Ну, почему нету в честь Синклитики и Даримидонта? Это же святые были. Нет, все Серафимовский, Александр Невский. Расположенного в восстановленном 25 лет назад в селе Потеряевка Мамонтовского района возглавил эту, кто? Божественную литургию в храме нашем. Возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Это с их ресурса, с патриаршего, с епархиального Алтайского. Возглавил. Ну, что здесь не так? А теперь они кидаются на митрополита. Аж совершенно ошалели. Ни пасхальные дни ничего не трогает их. Меня обзывает всячески. Зазомбировал этого и митрополита, зазомбировал. Слово-то услышали какое? Владыки сослужили, настоятель храма протоиерей Аким Лапкин, сослужили, это они пишут, протоиерей, не еретик, не раскольник, иеромонах Филарет Берников, иерей Дмитрий Котов, протодиакон Владимир Черных. Он когда в прошлый раз был, и диакон сказал, что я-то был курсантом высшего авиационного училища, где вы вели занятия. Вот он еще, где мы познакомились. А теперь, какой у него голос. И тоже посмотрите на его лицо, какое внимание. Рядом-то они бы разобрались, тем более уже лет 25 знакомы. За богослужением молились прихожане храма, пел местный церковный хор. Церковный хор, не раскольники, не раскольничий хор.
По окончании богослужения архипастырь, то есть митрополит Сергий Иванников, поздравил всех собравшихся с круглой датой. Ровно 25 лет назад в Потеряевке была образована православная община, которую возглавил известный миссионер Игнатий Тихонович Лапкин. Миссионер? Не вашими словами называть-то лжемиссионер. В глаза не видел. Лжемиссионер. Псевдоправославная. Тешатся этими словами. Томская епархия с ума сходит. Ну остановитесь маленько, гляньте-то. Миссионерские отделы нельзя составлять. Это подделка сатаны. Что угодно можно составлять, а миссию нельзя составить. Это Бог делает. Бог кладет откровение, что сказать, какое время. Только благодать Духа Святого может соделать миссионером. Известный миссионер. А где он известный-то? Ну, спросите, напишите, где он известный, этот миссионер. За прошедшие годы в селе появилось много новых жителей. Построен храм. Действует воскресная школа, и все живут по уставу поселения. По уставу. Не тоталитарному уставу, а то там дуются. Дудины разные. Который основан по уставу на правилах святых отцов православной церкви. Да вы во сне не видали таких поселений, то их нету. Мы единственные. И древнерусских христианских традициях. Ну, кто у них там автор, кто составляет-то был? Митрополит Сергий пожелал присутствующим помощи Божией и преподал свое архипастырское благословение. Архипастырское благословение преподал, так что вы с нами ничего не сделаете. Мы под благословением митрополита Сергия. Ну, вот это там фотография такая общая, вот тут он стоит, и это надо... Другие фотографии у меня много, их я не выставляю, мы фотографировали. Вот это общее уже было. Дальше одна пишет. Ну, что интересно, вот это вызвало. Вот на меня нападают. Я скажу, скажите, у вас часто ли было такое, чтобы вас человек судил, и при том имея какой-то вес в церкви, и просил прощения? Просил. Не просто просил, а перед всем народом. Ну, я испытал это. Я выхожу на паперть Покровского собора, люди падают за ноги, хватаются, плачут, ноги слезами омывают. Простите, мы про вас говорили, или настоятель нас настроил, или епископ, а оказалось, все не так, мы увидели. Вот вчера такой случай был, звонит один человек с Ростова, откуда, видно, этот Понич приехал, Владимир Александрович, который тут епископом Всеволодом зовется, в Славгороде. И вот я вас судил, и это простите меня, помолитесь там обо мне. Я говорю, хорошо, сейчас будем молиться. Он опять, простите, да бросьте вы, так я и помню это. Вчера только звонил этот человек, я его не знаю, но я говорю, какой вы сан занимаете, кто, ничего не знаю, я много еще не расслышу. Но что, просят прощения, тут ясно, позвонил по телефону. Вот по этому телефону, вот по моему. О. Просили у меня прощения за клевету на меня, вплоть до епископов, этих священников, архимандритов. Вам тоже придется когда-то перед Богом. У меня можете просить в любое время, если согрешили, злословием своим. Злословить это вы, не я. Я только на их выпад отвечаю. Перчатка брошена. Вы вышли на тропу войны, этому Поничу могу сказать. Просто понимаете, ну все, разыграйте. Маленько-то. Что дальше-то будет? Вам это надо. У вас... Вы слишком уязвимы, а я совершенно не уязвим. Вышли на войну-то, и вы не знаете, с кем воюете-то. Со мной воевать я, во-первых, не слышу, не вижу, без зубы. Ну, что с меня брать-то? Вот 10 июня рядом, мне 77 лет будет. Я уже живу на большую крепость. Потому что 70 лет при большей крепости. А какая крепость-то? Райхан. А, пришла из свидетелей Иеговы. Очень рада, что праздник в честь юбилея Потеряевки прошел благополучно. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Видео уже посмотрела, дай вам Бог и дальнейшего процветания. Готовится к крещению. Казашка. Ну, пожалуйста. Николай Соколов. Спаси Господи, Игнатий Тихонович. От чистого сердца поздравляю вас. Сегодня уже просмотрел ваши ролики с праздника. Сам живу в деревне и видно, что кругом развал. И самое главное, люди сами не хотят вернуться на землю и трудиться. Да, действительно так. 21 тысяча селений погублено. Андрей Недоступ. Просматривал вчера ролик беседы Козлова с Андрусенко, и Сергей поднял тему о присутствии Бога в храмах.
проповедь, и какие темы. Вот. И я задумался, а действительно ли во всех храмах присутствует Всевышний? Митрополит Сергий, видимо, это увидел. Да хранит вас всех Господь. Видите, уже заметно, как говорил. И вот это, что выставили свой материал, такой, местная епархия, это вот это подвигает людей к раскаянию. Звонят мне. Вот мы думали так, это так, а вот видишь, митрополит с вами встречается и так говорит, мы, значит, ошибались на 100% в отношении вас. Я говорю ко всем хулителям. Пока не поздно, встаньте на колени у Бога, попросите прощения за хулы. Лжемиссионер, сатанисты, там скуратовские разные. Бог ждет вашего покаяния. Наталья Долгова, она рядом живет. Муж ее. Христос воскрес. Ну еще там, я поговорю, позвоню Сергею, там может привезет она. Подожди пока, ладно? А. Ну хорошо, трехтомник для Слова Божия нету, и к истинному православию. Все. Ну остальное там я пошлю и деньги за отправку, и... Ну я уже решил, пришлю, пусть там у тебя... Ну я знаю, оставил. И на, как это писать по латыни? И может быть адрес написать так и так надо будет. Я написал уже, все, жду Сергея. Давай, с Богом. Наталья Долгова, это жена Евгения Долгова, фермера, рядом под Степной, там 20 километров нету. И у него, кажется, 7,5 гектаров земли. Это работник настоящий. Добрый день, Игнатий Тихонович. Видела плоды ваших прошлогодних трудов по строительству дороги, очищению пруда. Молодцы. Потрудились на славу. Спасибо за приглашение на праздники. Постараемся приехать 10 июля на крещение. Это люди не общинные. Люди, которые рядом живут. Познакомились вот так. И видите, какие отношения. Я не выбираю. Ни одного присланного мне не выпустил. Даже самые неприятные были бы. Роман Ромашов. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Я смотрел видео на YouTube-канале. Радостно было смотреть. Слава Богу. Помоги, Господи, вам и вашей общине в совершении ваших дел, угодных Господу. Нужно развивать Потеряевку, чтобы воссиял светильник Потеряевка. Как пример православного образа жизни по всему миру. Ну, распространяйте, говорите. Тем более, вот я показал, епархия говорит, читал, в кавычки, спереди, сзади кавычки. Ни буковки, ни знака, ничего не изменил. Наталья Филатова. Храни вас Господь. Спасибо, Игнатий. Поздравляю с 25-летием образования православной общины. Привет и поздравления из Карелии всем вашим прихожанам. Это хор братья нашего Ламского монастыря. Видите, какие добрые отзывы. Ну, Потеряевке, значит, будет в 18 году, сейчас 16-е, 18-е, 200 лет, как первые поселенцы. Ну, вот это мы нашли в данных, в музее, геоархивах, помог нам Русаков Константин Владимирович, Костя, высокий такой был, мужчина молодой, помогал мне в судах. И поехал, повез гуманитарную помощь на Украине, и в машине, где снайпер убил его. Евгений Димов. Вчера я хотел вам, Игнатий Тихонович, задать вопрос насчет уринотерапии. А сегодня вы как раз на него отвечаете. Чудо! Вот это я скажу. Мне постоянно говорят. Вот слово, именно вся тема уринотерапии, посвященная Потеряевке, была она 25 лет назад. И сейчас мы все это насчитали. И это, оно не отображается на нашем канале. Я перетаскиваю в мой мир. А почему? Потому что мы насчитали, а следующие идут, они их отодвигают, они под замком стоят. Не я их закачиваю, это не я. Это модераторы работают, администрация, это большие материалы-то. А когда выставляю, они открытое делаются, но дальше, там на 150-м месте уже. Ну а поэтому, чтобы их можно было найти, я переношу сюда. На свой, вот сюда вот переношу, сейчас даже покажу, куда переношу. Вот. Мой мир. Вот они здесь перенесенные. Вот смотри. Ответы это я сегодня уже перенес. На так. Даже народ идет в храм Божий. Сейчас я проверну, обновлю, может быть, дойдет. Вот. Святой Иоанн Златоуст. Ответы Библии. Обманул ли архангел? Так.
занятия и богослужения. Вот видите, сколько. Это сегодня уже выставлено. 3, 4, 5, 6, 6, 6. Больше даже выставлено. 8 сегодня роликов. Тут еще не все отобразились. Вот. Они сюда переносятся, в мой мир. Здесь я в шапке. Игнатий Лапкин, зарядите. Игнатий Лапкин один на весь мой мир. Ну, редкая. Или еще, ты не знаю фамилию, почему. Вот. Только о чем-то, говорит, мы думали, а вы раз говорите на эту тему. У ариуринотерапии у меня одна беседа такая была, она записанная. И этот человек откликнулся, он только об этом думал, и я выставляю не раньше, не позже. Как? Это благодать Духа Святого. Вот у миссионера этот дар должен быть. Я рассказываю, тут одна ходила у кришнаитов везде, и случайно подслушала разговор двоих, в автобусе разговаривали, говорят, а вы говорили о Боге, а что это такое, где? На занятия идут в техническом университете. И все, и она пришла. И вот как Бог устраивает, она только открыла двери и слышит, что я говорю там о последнем времени, там о войне, о Третьей мировой войне, допустим. Я сейчас не знаю о чем. И, а места все заняты. И вдруг передо мной, я стою за кафедрой, встает человек и уходит на задние ряды. Это же Бог делает так. Зачем он встал, зачем ушел, сегодня не узнаешь. Я, говорит, сразу сел и прямо напротив меня, прямо вот так сидит напротив меня. У меня, говорит, были вопросы, которые ни священники, никто не могли разрешить. И вдруг вы перестали говорить, на меня взглянули и стали отвечать мои вопросы в том порядке, в котором они у меня стоят. Вот она потом напишет, это в книге у меня все изображено, она все это рукой своей написала. Как это может быть? Я не знаю, вообще не знаю. Если бы она не сказала, я бы не знал. Чтобы села, и вдруг я перестал говорить, и стал говорить ее вопросы, отвечать. Другие идут мимо, муж с женой полностью на развод. И вид, что-то их заинтересовало, на столбе объявление оказалось в нашем университете. Ну, давай, Юра, зайдем. Давай. Ну, и Света с Юрой зашли. Я могу назвать фамилии, все. Ты скажешь, да не было такого. Было. Вот первое, ну, адрес ее. Тут ничего особенного нет. Приходько Наталья. Наталья Николаевна, потом она будет старший воспитатель в лагере. Второе Зайнудинова, члены нашей общины, членами станут. Понимаете? И они зашли, вы, говорит, говорили о чем-то там, о положении дел в государстве, что-то такое, говорит. Мы только, говорит, зашли в аудиторию, как нашли. 410-я аудитория, корпус В, АГТУ, город Барнаул. Вторник, пятница, занятия по 2 часа. И взглянули на нас, говорит, и стали говорить о разводе. И мы, говорит, вышли оттуда уже, говорит, обнявшись. Вот что такое быть миссионером. Ну, вы себя смотрите. Вы люди нормальные, можете думать нормально-то. Без этой бульдожьей хватки. Каждого, кого видите, вам надо скорее сегодня захватить и патриархию. На меня-то зачем нападаете? А у вас теперь нет благодати? То есть гонят патриархию. Ну, нету, ладно, согласился. Дальше что мне делать? Иди патриархию. Ну, не иду я. Дальше что? Дальше только жаловаться властям. Вы не можете, сергианцы. Не можете, деревянными мозгами и лезете куда-то. Бог открывает это. Почему я вас не тяну ни в зарубежную церковь, ни одного? Ни разу. У нас запрещено это было звать к себе по сегодняшний день. Ну, сравните себя с этим, у вас одно. Для чего? Чтобы я православный, меня митрополит признает, а он ошибается, его вина. Соболев отвечает хорошо, это его зазомбировал Игнатий, он главный враг Игнатию. Его самого надо туда, он не должен положительно отзываться о вашей работе. Ну остановитесь, остановитесь, вы же православные, что вы делаете? Это вас сгубила ваша, как вы говорите, гордыня и прелесть. Вы думаете спасаться системой патриархии. Я вам говорю, откуда все происходит, что это за система, кем организована она. Что вы трясетесь-то? Боитесь назвать своими именами? Я вас никуда не зову, только к Богу. Ну, ладно, я с вами согласился. Там какой-то вылазит с Тубинской епархии, или как ее назвать, там вообще смехотворцы. Два слова-то, говорит, не может сказать с улыбкой-то. Весь прямо сжатый, как будто бы китовый усть. Скрутили его, толкает тебе в рот. А я не белый медведь меня травить. Ну и что дальше-то? Ну а дальше-то мир должен быть любовь. Ну остановитесь. У вас этого не было, я даже спрашивать не буду. Не было этого, не то, что вы свои мысли не знаете. И вот он отвечает, выйдите на него, спросите, так ли это было. Валентин Стронин, искренне рад, смотрите, слово рад, как пишет, Украина. Примите мои поздравления, это человек не маленький.
Смотрите как. Мира и добра всем нам. Помолитесь о моем брате Викторе, отошедшем к Богу 9 мая 2016 года в Харькове на 66-м году земной жизни. И кто это пишет, зарядите, вы нападите на него. Может быть, вам удастся его вразумить, чтобы с Игнатием не знался. Валентин Стронин, поэт, летописец, Донбасс, антрацит. Я ему отвечаю. Мой брат-отец Аким, протоиерей, отвозил гуманитарную помощь в антрацит. Есть и видео, и грамота ему от главы казаков тамошних. 18 мая вчера. Валентин Стронин отвечает. Я знаю, спасибо, брат во Христе Игнатий. Я служу музам, с большой буквы, Богу, людям. Дай нам, Боже, справедливости и мира. Аминь. Я знаю, что он не боится. Вы на него можете пускать на него реку. Лжи там или что. Ну, подружитесь с Богом. Подружитесь с Богом истинным. Отстаньте от меня. Или наоборот, не сходите с наших ресурсов. Не подыскивайтесь. Владимир Оперман. Христос воскрес. Послал 200 евро, но получите в рублях. 13 737. По Western Union. Пришлите трехтомник Нового Завета. Еще что-нибудь на ваше усмотрение. Я ему говорю. Завтра посланы будут на складе. Договорились и с шофером на почтамт. Будет Новый Завет, три тома. Для Слова Божия нет туз. И к истинному православию. Молитесь, чтобы дошло. Получите. Сразу два фото пришлите, где держите книги. Чтобы виден был корешок и первая корочка. Он согласен. Вот вчера получает еще один. За 6 дней дошло до Красноярска. Зорин Саша. Ну, получил, и книги держит, и улыбается, и радуется. Как книги? О, это ценность, это сокровище. Ну, посмотрите, изданный нами трехтомник «Новый Завет». Полное толкование с откровением. Одно откровение занимает 435, кажется, страниц. Толкование собрано отцом Геннадием Фастом по всем святым отцам. Повторяю, за 2000 лет не было такого издания ни из западной, ни восточной части Церкви Христовой. Нигде. Наше издание по 8 параметрам лучше самого хорошего патриаршего. Оно говорящее буквально. Ольга Копылова. Вот Ольга Копылова. Фотография. Извините. Игнатий, здравствуйте. Извините, это я прочитал неправильно. Спасибо. Это чудесное видео для меня. Послание Божье. Вот как наше видео называют. Первый раз я слышу. Только вчера был разговор с дочкой о родах. Ей 38 лет, она еще не рожала. Очень волнуемся. Ну, Сара в 99 лет, да и то. Молимся, чтобы Господь послал ребеночка. Я согласна пожить в женском монастыре, побыть наедине в молитве с Богом. Да, только Господь вправе решить все наши проблемы, желания. Крепкого вам здоровья, долгой-долгой жизни. С уважением, Ольга Ивановна. Вот повторяю, смотрите, вот 35-й ответ, это я беру по Библии, а ответов будет примерно 2000. Это на нашем сайте, я покажу, где 4124 вопроса, а в другом месте я указываю больше. Почему? Еще 3 тома у меня вышло только в интернет-версии, там добавлены. И дальше вот эти занятия по Теряевке, вот сегодня были, какие посады, ну там сегодня другая тема уже, и они на Mail.ru переносятся, вот. А это фото с митрополитом Сергием. Вот оно. Ну, это они не отображаются. Если кому надо, попросите в Mail.ru, я вам скину. Ну, в день можно только 3 сбрасывать, иначе система блокирует. Я как послать, не знаю. Как для всех послать фотографии. Как послать? Вот. Вот написано, когда у нас будет. Ну, вот дальше покажу на наших ресурсах. Я уже говорил, вот. Это на моем мире именно вот так выглядит. Ну и дальше у нас, это вот она написала о дочке своей, это отсюда я перекопировал, с нашего форума. Ольга Колотыгина, Хатченко. Христос воскресе, Игнатий. Воистину воскрес, Ольга. Ольга. Я очень рада была увидеть житие праведной Глафиры. На 9 мая у меня дочь Глафира. Поэтому с удовольствием почитали. Ну, почитали или прослушали, не знаем. Сегодня у нас выставляется житие на каждый день. Мной начитано в 80-х годах.
Сегодня надеялась посчитать о 9 имущих языческих, но, увы, и у вас не наказалось. Но вы не знаете о 9 мучениках языческих. Есть, вы просто не зайдите на наш сайт, я покажу где. Какого числа надо посмотреть, и вы сразу найдете. Но оно еще, кроме сайта, не перенесено сюда, на наш YouTube. Слышала, где-то есть слово Дмитрия Ростовского о подвиге 9 мучеников физических. Но где же я в тайге его найду? Еще раз говорю, вы легко найдете, только число. Посмотрите в календарь, зарядите. И уже найдете, какого числа и выйдете. Да, такой ответ. Житие такое сделали. Смотрите далее в группе. Дан такой ответ. Ага, это я давал. Виктор Рейсих, Бергиш, Гладбах, Германия, последний визит. Ему недостаточно хорошее поведение человека, о ком ему непонятно, если сердце его остается нечисто. Нечистое сердце не может иметь единения с Богом, только чистое сердце Бога узрит. Поэтому истинная вера, вера, которая дает спасение, она от слышания того, что уже совершил для человека Бог-Отец через Господа нашего Иисуса Христа. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Евреям 9:25. Именно эта весть является евангельской вестью или благовестием, которое открывает, что смертью Иисуса Христа уничтожен грех в человеке, который верою принимает свою смерть для греха и закона. Римлянам 5, 6, 7 главы. Кто сегодня в религии верит так? Ну, что тут сказать? Надо учить этому правильно. Дальше я его не знаю. Это Виктор. И кому он написал ему, и какая причина, что написал, или просто высказаться охота. Благодарю, в любом случае. Сергей Фурсов, 11 лет, Усмань, Россия. 11 лет не вышел. И онлайн сейчас находится. Игнатий Тихонович, здравствуйте, добавьте, пожалуйста, меня в друзья в Одноклассниках. Спасибо, Христос воскресе. Кто это? Сергей, не могу добавить, я не бываю нигде, ни ВКонтакте, нигде. Это мне перекидывают модераторы, там администрация, а потом отвечаю, вы сами заходите вот на этот наш форум. А это кто? О, это наша близкая знакомая, Райхан Жайнакова, Загидулина. Вот она. Храм видно какой у них. Игнатий, это наш храм, женский православный день. Вот готовится к крещению. Еще бы было. Была у свидетелей так называемых Иеговы. Вот как выглядит наш форум. Посмотрите. Вот он. Православный форум Игнатия Лапкина. 1593, кажется, темы открыты. Это очень большой, очень удобно искать. Вот здесь регистрируйтесь, пишите и сюда пишите. Ну и дальше показать наш трапезу отца Иакима. Это Дмитрий. Вот что тут такое? Игоревич. Вот он. Еще я его убрал тут. Вот смотрите, куда, как искать. Дмитрий Игоревич. И говорит, еще не досмотрел до конца, уже ставлю лайк. Трапеза отца Акима. Ну, видите как, загипнотизировал его, выходит, который недруги говорят. Почему не предполагаете, что Дух Святой существует? Вообще неверующие. Самые неверующие сбились в миссионерские отделы. Мрачность, сумрачность, все виноваты, только они одни. Они для патриархии приобретают кого? Врагов. Во главе с Дворкиным. И дальше, ну вот это посмотрите. Ну, у нас тут помаленьку идет работа. Подписчиков 3511, посещение 2 635 211. Ну и вот, это такой идет канал. И вот наш, это наш сайт, православный библейский сайт. Вот оно где, проповеди. И вот зайдите, кто там по житиям святых, звук и видео. Заметьте, вот я нажал звук и видео. И вот открывается, что 12 книг жития святых, вот она открылась, это другая страница. Я ее нажал, здесь и сколько, ну тут цифры одни, это означает файлов. А вот внизу каталог на жития святых. И вот я теперь, вот посмотрите, 1173 жития, и вот они как, сколько объем, вот справа здесь перейти, сколько страниц, какого числа, кизические, надо найти, посмотреть просто, к какому веку они относятся. И тут тогда легко найдете. Посмотрите, загляните, вот здесь найдете. Дальше только нажать и слушать.
А где? Ну, найдете где. Вернусь, если назад, то вы найдете. Вот сюда вот. Тогда найдете вот какой век. Ну, а дальше уже на каком месте находится какая дорожка. А какая дорожка, там написано файл. То есть очень легко найти. Очень легко найти. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать. Бог – это свет в пути. Отдельных каких-то откровений на сегодняшний день уже давать бесполезно. Главное откровение – то, что мы узнали, как Бог любит нас, отдал своего Сына за нас. Православным это необходимо знать. Будьте свидетелями, истинными. Еще раз посмотрим. Вот так. Ну, Богу нашему слава. Во веки веков. А, еще чуть не забыл. Вот, сегодня материал такой скинули. Считаю, нужен прочитать. Видно или нет, русский Робинзон. Потрясающая реальная история 1847 года. В 1847 году 24-летний дерзкий столичный хлыщ, потомственный дворянин, отставной гусар Сергей Лисицын ступил на палубу корабля под Андреевским флагом, стремясь попасть в Америку. Был принят в офицерский кают-компании дружелюбно, но в пьяном виде наговорил дерзости командиру корабля и стал подбивать матросов на мятеж. Капитан приказал скрутить подстрекателя, завязать глаза и высадить на пустынный берег с запиской. Когда арестант освободился от пут и сорвал повязку с глаз, на горизонте он увидел уходящий корабль. Благородный капитан оставил ему чемодан с одеждой, три пары сапог, тулуп. Охотское море – это не тропический океан, где Круза был. Пару пистолетов, шашку, кинжал, запас сахара и чая, золотые карманные часы, складной нож, пуд сухарей, две фляги с водкой, чистые записные книжки, бритвенный прибор, огниво, запас спичек и даже 200 гаванских сигар. Ко всему этому прилагались отличное ружье с 26 зарядами и записка командира корабля. Любезный Сергей Петрович, по морскому уставу вас следовало бы судить на смерть, то есть на рею повесить. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное подмеченного мной доброго сердца, я дарю вам жизнь. Душевно желаю, чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер. Время и размышления научат вас оценить мою снисходительность. Если судьба когда-нибудь сведет нас снова, чего я душевно желаю, чтобы мы не встретимся врагами. Не встретимся. А.М. Дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками. В имении его обслуживали крепостные. В полку опекал денщик. Зная, что корабль шел по Охотскому морю, он надеялся, что его оставили на одном из клочков суши, гряды Алиутских или Курильских островов. Но вскоре убедился, что его положение хуже некуда. Он был зажат судьбой в клещи двух морей. Перед ним плескалось холодное Охотское море, а за спиной шумело дремучее зеленое море тайги. А в ней медведи, волки, рыси, ядовитые змеи. За неделю русский Робинзон устроил себе дом с печью, смастерил мебель, сделал прощу, лук и стрелы, благоразумно решив беречь патроны к ружью. И правильно, зимой в его дом рвались голодная волчья стая, убил из ружья 8 хищников в упор, а перед этим подстрелил медведя, обеспечив себя теплой шубой и запасом медвежатины, ловил рыбу, собирал и сушил грибы. 12 апреля Сергей Лисицын прогуливался по берегу, оценивая последствия весенних штормов, и увидел лежащего ничком человека, без сил и чувств. Выяснилось, что Василий, так звали несчастного, с транспорта, шедшего в Русскую Америку, он, судно делал течь. Все с него сбежали, а его с сыном забыли. Корабль нашли неподалеку. Помимо 16-летнего паренька, на нем оказались две овчарки, коты, 8 холмогорских коров, бык, 16 валов, 26 овец, запасы продуктов, инструменты, семена ячменя и ржи, а еще оружие, телескоп, 2 подзорные трубы, самовар, строительный и огородный инструмент. 7 месяцев одиночества напрочь выветрили у барина всю дворянскую спесь. С таким хозяйством, еще двумя парами крепких и умелых рук,
Они за лето не только обновили дом и баню, но и научились делать масло, сметану, сыр и творог. Вспахали поле и собрали урожай ячменя и ржи. Организовали обильный лов морской и речной рыбы. Начали сбор и переработку грибов, ягод и лесных трав. Словом, зажили трудовой коммуной. В 1857 году писатель Александр Сибиряков встречался с гостеприимным хозяином медных и золотых приисков в Приамуре Сергеем Лисициным. Вот кем он стал. Залежи медной руды и золота тот когда-то нашел, будучи в одиночестве. Он был назначен правительством, еще и управляющим этими землями. Василий Пятница был при нем. Его сын учился в Московском университете. А в Петербургском университете за счет Лисицына учились оба сына командира корабля, который когда-то высадил Смутьяна гусара на пустынный берег. Став богатым человеком, Сергей Лисицын нашел старика. Говори. Ну, ничего больше не было сказано. Видимо, нет. Индекса, может быть, и нету. Все, отошел, да? Но, став богатым человеком, Сергей Лисицын нашел старика, командира корабля, проводил его в последний путь и взял на себя все заботы о его детях. Нравится 505, комментирует 113 комментариев. Инна какая-то реальная история, рассказ о ней опубликован в «Аргументах и фактах» в ноябре 2015 года. Ну и дальше показано. Так. Я всегда знала, какая-то помадка пишет, что мужики все могут и умеют. Просто они совесть потеряли, возложив все на плечи женщины. Ой-ой-ой. Не приведи Бог такой укор слышать от женщины. Мужчина – глава. И держи ее в руках, не будь подкаблучником, чтобы она понимала, что без тебя хана ей. Амба, каюк. Ты ее веди к Богу, чтобы она стояла рядом с тобой и в храме Божьем. Невенчанно повенчайтесь. Заведите хорошего друга священника, если Бог даст, то епископа. Со мной епископ, пас овечек один епископ, и мы целый день валялись на соломе там нашли. Вот где задушевные разговоры. А я мирянин. Просите Бога-то, и Бог даст. Паук лапками цепляется, бывает в царских палатах.